Свое дело. Как и с чего начать? Как повысить уровень легализации малого бизнеса? Какие услуги предлагает центр «Мой бизнес»? Как малому бизнесу пригодятся программы господдержки? Эти и другие вопросы будем обсуждать в четверг, 5 декабря, в прямом эфире телеканала «Первый областной». Программа «Актуальное интервью» начнется в 20 часов. Гость студии – начальник управления по развитию малого и среднего бизнеса Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области Дмитрий Рябцовский. Телефон прямого эфира 76 10 28. Актуальное интервью также будет транслироваться в эфире «Экспресс-радио Орел» и на нашем сайте.